Всем привет! Сегодня я попал в такую немножко необычную, интересную ситуацию. Ну, я думаю, она всем нам пойдет на пользу. Есть такой миф или правда на самом деле, что препараты на основе органики, они разлагаются, портятся при том, когда если их разбавлять в горячей воде, даже такой сильно теплой, тем более в горячей. Я уже не говорю о кипятке. И на самом деле я замечал ухудшающую их действующую способность, когда разводил их в такой достаточно горячей воде. Сегодня у меня на этом объекте тут отключена во всем районе холодная вода. Нигде я не смог достать воду, даже в бачке и так далее. И я попробую развести препарат на основе органики просто в кипятке. И мы с вами посмотрим результат, будет он работать или не будет. Начнем. Обработка предстоит от тараканов. Если вы сразу видите, что они бегают. Вода, повторюсь, что прямо буквально кипяток, рука не терпит. Ну все, эксперимент я закончил. Закончил обработку. Как я вам показал уже на видео, что даже после обработки они достаточно много бегали живые. То есть даже на них, когда попал инсектицид непосредственно, это фосфорорганический препарат, они все равно продолжали бегать. Почему? Потому что он был разведен в горячей воде. Я давно хотел это попробовать, наконец-то я попробовал на этой квартире. Я не скажу, что препарат полностью становится неработоспособным, но он теряет процентов, наверное, 90-95 своей эффективности, 100%, потому что ведут они себя абсолютно по-другому. Они не погибают сразу, они начинают нервозно бегать и пытаться спастись. Они просто спокойно передвигаются. Такое ощущение, что я препарат либо развел микро-микро концентрацию, либо вообще обработал водой. Понятно, что заказчик не должен пострадать, поэтому я после этого эксперимента тут же холодной водой вернулся и переделал еще раз. И тогда препарат сработал. Конечно, я обработал и гелями, поставил ловушки и так далее. То есть все сделал максимально качественно. И еще хотел напоследок тоже сказать, что если у вас стоит выбор разводить в какой-то экстренной температуре, как, к примеру, слишком холодная или слишком горячая, то лучше даже слишком холодная, потому что у меня были случаи, когда я разводил буквально в ледяной воде, аж со льдом, и все равно препарат срабатывал как-то более медленно, но все равно он работал. Вот, производитель рекомендует именно этот препарат разводить в комнатной температуре, поэтому следуйте инструкции, следуйте этому совету, так сказать, не то что совету, даже указанию. Ну а так, еще при работе в горячей воде запах был просто неимоверный стоял, просто вонище стояло. А при обычной комнатной температуре такого именно от этого инсектицида не наблюдалось. Компания Мирдес. Всегда на страже вашего здоровья.